А теперь данные о коронавирусе. Итак, за сутки выздоровели 463 нижегородца. Всего опасную инфекцию победили 50 826 человек. Новых случаев 496. И это новый антирекорд. Так много вновь инфицированных за сутки в регионе не было никогда. Всего с начала пандемии ковидом у нас заразились 56 397 нижегородцев. К сожалению, еще 16 скончались. Общее число жертв коронавируса теперь в регионе 1231 человек. Свободный коечный фонд, по данным областного Минздрава, 24%.